27 мая. Группа единомышленников, товарищей на универсальном аппарате собрались. Все здесь. Саша Торпеда, Вова Морячок, Дюша Метелкин и я. Дед Костян. Йоу. Вот. Собрались. И сейчас ганзанем в сторону сказки. Сказки. Плевать на все производства, на все, что творится в мире, на все, что творится в стране. Мы не равнодушны. Мы не равны. Однозначно нет. Мы не равнодушные. Но мы в этом принимаем. Да, мы принимаем пассивное участие. И на неделю мы не активны. Бенч, мы погнали. Ну что, промежуточный, как это называется, пит-стоп. Доехали до Куликовской. Дядя Саша. Привет, тетя Люся. Тетя Люся. Тетя Люся. Вяно. Тетя Люся, привет. Пока что еще с Куликовской. Из твоего родного дома. Из ее родного дома. Да. Да, дядя Вова у нас за бабу Машу. Дядя Вова! Мир вашему дому. Дядя Вова! Ага. Не разговаривай с нами вообще. Вот, печечка. Сейчас ночью. Да, печечка варится. О, в смысле, как она называется? Топится. Вот, коптится, да. Пельмешки варятся. Майонез нашли. Александр, запечатлел. Я тебя тоже. Ага. Костя, скажи товарищу, как он снял шляпу в помещении в Божьем храме. Не имеешь шляпу в Божьем храме. А вот время, которое мы здесь находимся. Примерно. А Торик просыпается через 4 часа. Да. Надо успеть съесть пельмени. Привет всем Геленджанам и около. Около, да. Здравствуйте, товарищи. Ой, Рахманрахим. Да и ладно, это, ладно, трах тебе дух. Насчет тебе дух, не знаю. Так, загадал сказал, желание пожалуйста. Побывать на Неллинге. Да? И оно свершилось. Да. Так что вот, мы тут. Кому только еще на маге. Едим. Пока пельмени. Пельмени. Мы в Сюме. Едим пельмени. С майонезом, да. Идет ремонт караката, вернее его усовершенствование. Как дела? Вот куда электроды-то уходят? Работает мастер-то. Это у нас Андрюха. А это наблюдатель. Вован, как дела? Там варится? Варится? Так, не ругаемся. Не выражопываемся. Усиливаем педаль газа. Глаза, говорят, глаза. Интересно, через видео попадает, не попадает. Вот так вот мы модернизируем каракат, не отходя от дома. Костя говорил, что он не умеет. Вот он учится. Все не умеют, а что-то делают. Все работают. Вот результат. Вот результат сегодняшней работы. А ты будешь держать? Вот она конструкция. Человек пообещал, что это
выдержит, не оторвется. Будем посмотреть. Сейчас ребята заправляют каракат. До упора дольем. Ну да. Немножко поломались. Пожарный. Немножко, да, да. Да, совсем чуть-чуть. Вот провернули пипку. Не смогли мы утянуть каракатом. Вот колясико у нас пустое. Да, парни убежали за машиной и камерой. Ремонт. Очередной ремонт.